бесполезно будет, так как тут, блин, такие я волны создаю это спиннингами, протаскиваю, когда карась, даже если ты был, то он ушел, потому что он боится, блин, вот этих вот движений. Хер знает, кто тут бежит, или щука, или акула за ним пришла. Вот, а этот сюда можно кидануть. Здесь у меня ограничитель отломан, блин. Я раньше не знал, что это такое. А сейчас знаю. Раньше я их отламывал, чтоб леска не зацеплялась. Случайно. Я думал, просто к ней привязывают леску. Думал, привязывают и все. Да. Сейчас мы удочку. Блин, у нас тут леска перекинулась через поплавок. Ё-моё. Вот тут можно встать. Вот так встать. Видите, уточка летит. Вот она. Широконосочка полетела, самочка. Самка широконоса. Глубину побольше сделаю. И вот сюда бабахну вот так. И пускай она у меня вот так стоит. Ага. Вот так. Все, пускай со дна. Ну, вот такой карась, которого я сейчас поймал. Вот сейчас дергает сразу же на удочке. Вот такой карась. Это нормально для жаровни. Вот у меня уже дома один такой есть вчерашний. Ну, как бы у меня есть вперёдочные есть позавчерашние, мы их тоже жарить будем. Ну и даже если бы у меня не было тех карасей, у нас уже получается с женой два карася, и мы можем их спокойно пожарить и спокойно перекусить ими. Вкусненько покушать карасиков. Конечно же, я люблю и сети ставить, но вот сети сейчас пока что возможности нет поставить. Можно было и сети поставить, половить на сети. Вот. Сети-то, конечно, больше можно поймать. И окуня, и леща, и щуку, и карася там можно поймать. И зей всяких там можно поймать. Но возможности пока нет ставить. Ну, мне на все нравится. И на сети как бы что попадается, и нормально. И вот на спиннинге, на удочке, блин. Самое главное процесс для меня. Я даже могу сидеть на зимнюю удочку, гальянов ловить летом с лодки. Вот. Для меня лишь бы клевало и ловилось. Вот это самое интересное. А как ловится? Какой процесс? Чем я ловлю? Это уже без разницы. На все интересно. Самое главное иметь дело вот такое вот с вываживанием, с ожиданием того, что ты поймаешь или нет. Я думаю, все такие рыбаки. Вот. Вот они еще полетели, уточки. Шелохвоста два штуки полетело. Вот такие дела. Вот видите, опять слабенько подергивает. Но непонятно, кто там вообще. Вчера тоже с вечера так же слабо подергивало. Вот. Сильно таких у меня как бы поклевок нет, как хотелось бы на спиннинге половить, но нету. Вот что-то влияет на это, на карася. Вон утка пошла на заход, села. Либо рыбы тут нету, либо она не хочет сейчас ловиться. Но мужичок вчера здесь, говорит, в 12 сидел. И вот когда я приехал сюда, он в 7 часу отсюда ушел. Ну вот он поймал 24 карася, все вы там видели. На телефон я снимал. Вот кто здесь? Кто? Друзья, вообще не пойму, вот кто? Братанчик, что ли, так поддалбливает? Дальше кинуть. Глубина большая. Вот сюда вот так кину.
положа поплавок не встает, так полулежа. И слабые поклевки, но интенсивно прям дергает. На Ниве кто-то есть. И на мотоцикле вроде. Но у меня, как всегда, ни для кого не клюет. А, на мопеде пацан едет тот, которому я советовал ехать. Туралы. Ну-ка проверим. О, бля, друзья. А, карась был, прикиньте. Вот, блин, а. Зря я его так поднял. Вы, наверное, видели. Карасенок был, ну такой же, блин. Ё-моё. Вот, блин, и вот на такого вот маленького червячка. Сейчас я попробую червя побольше одеть. Значит, он сюда к берегу подошел. Червей у меня не густо, я вчера даже не добавлял сюда. Маскарад поехал, 412. Дымит, блин. Чуть-чуть глубину убавлю и вот так заброшу. Но здесь его уже нету нафиг. Ушел он, скорее всего. Потому что я его хорошо поднял. Он напугаться мог. А может, еще какой подошел. Так, а если я вот так телефон свой положу туда. А у меня здесь есть прикормки чуть-чуть со вчерашнего. Да это нифига не мопед, блин, чешет. Это нифига, друзья, не мопед. Я-то думал, мопед. А это... ужас какой-то. О, опять клюет. Видали, как ведет, ведет. Карась. Ага, карасенок. Ну вот этот уже, друзьяшки, меньше карасит. Этот уже меньше. Такой. О. Вот, друзья. Небольшенький. Давай, снимайся быстрее. Небольшенький карасек. Сейчас мы его закинем, короче. Пакетов. Пакет закинем. И закинем удочку. Вот так, кинем удочку. Ну и, конечно же, сейчас попробуем кинуть им туда прикормочки, друзья. Вот дернуло уже у меня. Прикормку я сейчас попробую покидать небольшими шарами. Вот такими вот. Ой, не туда кинул. Ой, не туда. А вот это вот туда. Угу. Ну а тут у нас есть перловка. Сейчас еще перловки туда бахнем. Так, возьмем и бахнем прям туда. Ай, чтоб руки потом не марать, еще бабахну. Вот сюда бахну. Нормально. Сейчас пойду их сполосну.
руки пойду сполосну, друзья. Чтоб не морать потом. Есть любовь. Дамочку такую Антошка делал позавчера. Надо ее выше сделать, чтоб рыба не вышла. Сейчас проверим. Будет тут что-нибудь. Сильно на результат рассчитывать не стоит. Два вот таких карася. Ой. Ну и вот когда я это прикормки кидал, или когда у меня карасик этот клевал, у меня вроде бы что-то колокольчик дзинкнул где-то. Вот на вот этих, наверное, двух где-то. Чуть-чуть так дзинкнул, вот так. Не, не так, так. Даже тише. Вот, вчера тут тоже прикормка была, это перловка и жмых вот этот. Куда-нибудь вот сюда кинем. Проверим, есть тут карась, нет. На наличие карася. Фига, у меня удочки сломанные, блин. Фу, блин. Ну, два это уже результат, друзья. Я уже оторван от нуля карасями. Ротаны мне вообще пофигу, мне не интересно это, потому что вот сейчас карась начал клевать, мне уже все, ротан не интересен. Вот как бы вы видели, я там ходил, ловил, ходил. Вот таких вот ротанчиков я ловил, блин. Но это просто мне уже от безысходности то, что интересно, раз, заняться нечем было, где половить. Два, их покушать можно было тоже, жарили мы их как бы нормально. Рыба, она и есть рыба. Но вот карасики вот эти вот уже более интереснее. Сейчас еще на реке, на Иртыше начнет лещ клевать там. Потом уже перебазируемся на леща. Потом с леща на щуку пойдем. Щука более интереснее. Вот поклевочка пошла у нас. Непонятная. Расшатывает. Давай, да. Ага. Давай поднимем, блин, там машина есть. Чтоб никто не видел тебя, друг. Вот, друзья, смотрите. Можно сказать, такой же, как и, наверное, спиннинг вытащил. Видите? Хороший карась. Ага. Мы сейчас сравним, друзья. Такой же, не? Нет, поменьше чуть-чуть. Со спиннинга у меня покрупнее. Это УАЗик какой-то и... Ну, это всяко не на такие рыбалки, как я. Наверное, не на удочке. Закидываем. Оп. Давай туда кинем. Будем ждать поклевку следующую. Ну, я думаю, в этом озерке мешок плавает точно рыба. Вот такой. Крупный. Так они тут и маленькие есть. Маленькие-то тоже стопудово есть. Так оно маленькие и маленькие. И крупные есть. Ловится. А его тут в илу может и два, и три мешка нафиг закопанным быть. Закапывается. Вот. Такие вот карасики. Уже три есть у нас. Вон они лежат. Нормальные караси. На спиннинге что-то не хочет нифига. Здесь-то у нас подкормлено со вчерашнего. Можешь попробовать поближе подтянуть, где я кидал корм. Вот сюда куда-нибудь. Вот так проверим сейчас. Может, он перловку уже чешет там за обе щеки.